Но, несмотря на свой юный возраст, она имеет очень богатую творческую биографию. Вот лишь некоторые факты. Лауреат многих международных конкурсов, стипендиант фондов Спивакова, «Новые имена», «Фарватер», солистка камерного оркестра «Ренессанс», с которым она выступала впервые в 6 лет. Она выступает в крупнейших концертных залах, таких как Большой, Рахманиновский, Малые залы Московской государственной консерватории имени Чайковского, а также постоянно гастролирует в России и за рубежом. Принимала участие во многих международных фестивалях и конгрессах, среди которых Анталия Пиано Фестиваль, фестиваль Дениса Мацуева «Город Тюмень», рождественские встречи Дениса Мацуева «Город Иркутск», конгресс «Пиано 2014», а также она выступала в Сочи с Денисом Мацуевым в резиденции президента России Владимира Путина. Итак, я приглашаю на эту сцену лауреата первой премии конкурса «Астана Пиано Пэйшн» 2013, Варвара Кутузова. В исполнении Варвары для вас прозвучит следующее произведение. Иоганн Себастьян Бах. Французская сюита номер 2 до минор. Алиманда, куранта, сарабанда, ария, минуэт и жига. Убедительная просьба между частями не аплодировать. Thank you.
Фредерик Шопен, «Экспромт 1», опус 29.
Вольфганг Амадей Моцарт, ронда ре мажор.
Сергей Рахманинов, «Маргаритки». Транскрипция для фортепиано номер 3, опус 38. На сцене Варвара Кутузова. «Скирцина и девичий хоровод», а также играем оперу «Россини». Между пьесами просьба не аплодировать. Thank you.
Варвара Кутузова. Ваши аплодисменты этому юному дарованию. Цветы, конечно же, тоже.